Сегодня я вам предлагаю угоститься необычным, ярким, вкусным арбузным вареньем. Готовить мы его будем в мультиварке, поэтому следить за ним практически не нужно. Арбуз нужно покупать ароматный, зрелый, яркого цвета и, конечно, без признаков порчи. Лимонного сока может понадобиться больше или меньше, в зависимости от вкуса. Если вам нельзя цитрусовые, замените сок лимонной кислотой по вкусу. Столовые реализовать банки можно над паром, в микроволновой печке или в духовке, любым удобным вам способом. Арбуз – 1 кг, чистый вес. Лимон – 1 штука. Сахар – 1 кг. Ванилин – 1 щепотка. Количество порций – 10. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления арбузного варенья в мультиварке. Арбуз помойте, срежьте корки, порежьте на кусочки, удаляя семечки. Порежьте и выложите в миску. Всыпьте в миску с арбузом сахар и перемешайте. Оставьте все на 2 часа для выделения сока. Переложите в чашу мультиварки и варите в режиме тушения 20 минут. Оставьте в режиме подогрев на 2 часа. Из лимона отожмите сок и влейте в варенье. Добавьте ванилин, перемешайте и варите все в режиме тушения еще 20 минут. Переложите горячее варенье в глубокую миску. Пробейте все блендером до однородной массы. Верните варенье в чашу мультиварки и варите еще 10 минут в режиме тушения, не закрывая крышкой, перемешивая. Банки вымойте с пищевой содой в горячей воде и простерилизуйте. Разлейте арбузное варенье по банкам, закройте прокипяченными крышками и укутайте до полного остывания. Варенье готово. Приятного чаепития!